Ребят, кто поедет в Толпаке первый раз? Это вообще кобздец, это просто калининградские какие-то выкрутасы. Заходите в чебуречную, ну нормальная чебуречная, нормальные ценники. И идете в туалет, да, направо. А там платный он робот стоит. То есть, причем подносишь карту, он тебе чека ничего не дает. И нужно просто успеть, грубо говоря, пихнуть коленкой просто вот этот вот фигню от этого, от турникета. Если ты прошляпил, то есть он прокрутился, все, заново плати 20 рублей. Но весь прикол состоит в том, что прямо перед тобой, перед этим турникетом, бесплатный туалет. То есть это, я нигде такого не видел, то есть ни в одной стране, то есть ни в одном городе России. Так что, Толпайки, кушайте чебуреки, ну а аккуратно вообще с туалетом. То есть есть бесплатный и платный туалет, который тебя может надуть, двойную плату с тебя взять. Это вообще кобздец какой-то вообще. Толпайки, полные толпайки, ребята.